До конца сентября пассажиры общественного транспорта Карачаево-Черкесии могут получить скидку – 5 рублей с каждой поездки. Главное условие – оплачивать проезд картой МИР, загруженной в смартфон. Подробности у Артура Мхце. В начале июня платежная система МИР запустила акцию, в рамках которой жители и гости Карачаево-Черкесии могут экономить на транспортных расходах, расплачиваясь за поездки картой МИР с телефона. Предложение продлится 4 месяца, до 30 сентября 2024 года. Местные жители, а также гости республики могут ездить с выгодой в автобусах и троллейбусах, которые оборудованы терминалами для приема бесконтактных банковских карт. Чтобы пользоваться в общественном транспорте скидкой, надо скачать приложение Мир Пэй на смартфон, работающий на базе Android. После его установки, следуя подсказкам на экране, необходимо загрузить в сервис данные национальной карты. Для оплаты проезда достаточно поднести мобильное устройство к терминалу. За поездку автоматически спишется сумма с учетом скидки в 5 рублей. Чтобы поездка обошлась дешевле, предварительно добавьте вашу карту Мир в один из мобильных платежных сервисов. Например, это может быть созданное специально для национальных карт МИР приложение МИР Пэй. После добавления карты вы можете с включенной NFC-функцией поднести ваш смартфон к терминалу и дождаться прохождения оплаты. В акции участвуют все карты МИР, в том числе виртуальные, выпущенные онлайн в приложении банка. По пластиковым картам МИР скидка на проезд не предоставляется. Я скачал приложение МИР Пэй. Очень удобно. Проезд дешевле намного, на 5 рублей дешевле. Очень удобно, пользуюсь каждый день. Все оплачено. Для оплаты поднесите телефон к терминалу на пару секунд и дождитесь подтверждения платежа. За поездку автоматически спишется сумма с учетом скидки. Удостовериться, что проезд прошел дешевле, можно в приложении своего банка, в пуш или смс-уведомлении от него. С полными правилами предоставления скидки на проезд и перечнем маршрутов перевозчиков, участвующих в акции, можно ознакомиться на сайте и в мобильном приложении программы лояльности платежной системы. Артур Мхце, Виктория Карпенко, Вести, Карачаево-Черкесия.